вышел с рынка. А чё ватный стиль ливнул? Он спросил, что с игрой ливнул. Не хочет, наверное, идти. Ну, скорее всего, что-то лагает, у него не прогружается. Шмотки в качестве. Пошлать, принимаешь сом. Так. Чё, вливать, не? Сделали там скрин. Да. Зато у них танков нету в акаде. Ага, понял. Тут свачи и снурки прыгайте, танк сейчас вдвоем. А, у Тойна есть танк. Тойна, давай ты в танк. Трусователь и Тойна в танк. Ливайте, ливайте. Все, кто в 7-8 пати. Прощайте, товарищи, прощайте. Дексиона зайдет. Дексиона зайдет, если кто нам поможет. О, Зморский тут полки, да, у нас. У нас мелик до жопы. А кто осколки собирает сейчас в этом рейде? Осколки собирает шнурки. Этот бетчик, прыгни в Рашаму, пожалуйста. Все. Безморского сумон, Тойну сумон и полетели. Комморт это в общем. Андрюхи. Все, я пошел от вас, вы все равно скучные. Главное не слабо. Я знаю, он будет на шаманной получать. Наверное, Лока получит какие-нибудь объедки. Так, за фласками обмен. Сацуны, возьми ДДшные фласки, вон стоят. ГБ стоит. СПДшная определенно войд, ДДшная Сацуны. Так, потом еще может брать. Скибиди, Женя, возьми саппроты. Саппроты со скибиди кидайте. Быстрее только разбирайте и будем сразу начинать. На рендже постоит Буаз и Джунчик. Джунчик слева, Буаз справа. Все остальные под жопкой босса. А, Джеймс еще есть. Джеймс тоже с любой стороны. Ну, разбирайте, разбирайте. Фласки. Шнурки, Джеймс. Хау, тут. На полу Сенджикса. Если что, втроем в одном фрейме с Сенджиксом стоите. Сенджикс, мэн, танк. В РДД зоне разбивают РДДшники. Отбегите дальше, ханты. Чтобы в нас уже не полетело. Отбегите немного. Уже пошла. Бас, у тебя сейчас уже. Милики разбивайте в мили зоне. Вары. Паладин. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Кто из танков дальше выходит? Никто тут не по хэмовской тактике. Okay. Тут многие все равно, я не знаю. Просто три человека на рендже, чтобы все спокойно могли стоять. Потом нужно будет хэмовскую тактику объяснить. Будет проще. Алло. Да, в обычке. Да, у меня в пати сидят. Сейчас Трелля, Рианти, ливайте куфологу плюсуйте, сбегите в танки.
Массейф нажми. Еще один человек. О. Джан, два хила еще один. Джанг в стреле. Джанг, это кто? Шанг, да? Джанг, это... Волк. А он спать сидит, драконий по голосу. Сейчас, что вы... Мирик, смотрите, вас пошла лужа. Лужа идет вас, потому что, Джеймс, ты стоишь за людьми, не стой никогда за людьми. Видишь, тебя вот выбирает босс, и ты разливаешь лужу прям по людям. Стой сбоку, да, от людей. Я вон вышел специально. Он как работает, босс, вон видишь, летит вот эта лужица синяя. Это значит, она в тебя сейчас пойдет. Ты не должен стоять за людьми, потому что она летит в самого дальнего человека. От... А. Саша, а чё, вот два минуса за АФК, а чё, если они не отвечают? Я уже Саше написал, могу сейчас ХС прямо остановить и Жанка потом добирать. Этот. До конца все равно не будет. Дело ваше. Время, я бы тебя отправил бы с вами. Давай я пойду, я там вообще жопа полная. Нет, не плохо. Отбегите ханты, вы должны быть самыми дальними целями от ребра, но они должны стоять на одной линии со всем рейдом. Отбегите под жопу. И тогда будет выбираться вас, вас босс будет выбирать в качестве лужи, закидывать вас в лужи. А мы будем спокойно бить. Сейчас босс у тебя пойдет в лужи. И в тебя в джунчик он дальше, чем ты стоишь. Джанг, Влад, я ему сейчас напишу. Вы идите дальше к трактистике. Останется Сэндрик трусователь в танках. Стой на... Оставайся. Выпал? Блять, блин, выпал. Блин, хотите кто-то ДПС? Продам, блин, своим. Кто предложит больше, тот и купит. Да, да. Нужен скилл? Блять, Женя. Не сейчас. Вы здесь потому... что наделены особым знанием. Вы понимаете, что... Ребят, маги, дайте, пожалуйста, столик. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истины... Танки, может, пыльнем? Че? Ну, то есть... Дайте, блядь. Сэндж, забираешь этих мобов, а трусователь забирай. Других. Милики, идите, играйте по миликам. Еще один моб в РД-зоне, отойдите. Блять, заебали своими старполами. Ну, ясно. Блять, ну как же вы бесите с этими старполами? Вы чё, блять? Вы можете их не юзать здесь. Да, пиздец. Старфол! Я, блядь, значит... писал, разбирался. Можешь минус выебать, чё это за хуйня? Портуйтесь, чё вы лежите? Портуйтесь сюда на портал, блять. Или чё, блядь? Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила... Сейчас я иду, я не лезть, я иду просто, я сейчас решаю вопрос, дам. Лена, отвечу раз, пожалуйста, столик, есть время, куда я отошла. Да, тыкните, пожалуйста. Андрей, если ты в дище с нами, тебя прислонул уже?
Джанк вообще писал, что он пошел телефон вставить на зарядку, поэтому... Сейчас снимем. Все, забафались, пошли. Сэндрикс забрал вот этого моба, страфовый, не зайти вначале. Вот этого моба, смотри. И... трусы еще. Так, Пойн, из тебя выбрать, какой у тебя мейнспек, если тебя еще не записали. Это будет, по-моему, ролик. Депешить. Это, ребят, похильте, пожалуйста, я двигусь, я себе лекарства налью, блядь, как по времени. Я буду кинать, не переживай. Трусы добейте. Там монстр, блядь, здесь еще. Этот аккуратно с топором дизарм закиньте ему. То 6 сотни. Понял. Либо стан. Не ведите его в рейд никогда. Лицом. Иди за Сенджик звездочку забери, трусователь, все остальные мобы себе. Так, трусователь танчит слева, Сенджик справа. Сенджик, ты единственный ДКшник, поэтому будешь гриппать ты моба. На тебе грипп моба. Даже не так. Давай. На пул. Джеймс, тебя моба на Сенджикса, Сенджикс его грит. Звездочку убейте. Мелики не сохраните звезды. Блин, не пропали. Сейчас ставлю рыбу. Кто там падал? Кушайте рыбу. Листовал. Так. Первая, вторая пати слева бьют. Вторая, четвертая справа. Только... Да, Джеймс, ты напуливаешь на Шендрикса. Буас напуливаешь на Турсплатке. Сейчас. Думки тоже у нас Сенджикс. Ровность на пол. Духов учимся не ловить. Контроли отдаем. Три друида приоритетом отдают контроль. Хал. О, уже прошел. Да, я тут.
Помощники скоро выйдут. РДшники, держите у нас крэнж. Джеймс на пуль дальнего моба. Хорошо, Сэнди, в плюсах тут. Выбежали с лужи. Трусователь нажми на сейф. Сэнджица прохильте. Контроль через скибиди законтрольте. Солы. Три секунды, ветерок. Еще давайте быстрее сейчас, блядь, дам геру. Выбежали с лужи. Дальше будут мобы и контроль, поэтому миники сразу не побегайте и бьете без АУЕ. Стартфолы и соло посливаете, бабы тоже должны слить. Игрытку, зеленки, кошки. Мобы через 5 секунд. И сразу же почти контроль будет. Бенни Бенаси и Морски можете нам на боссе сидеть. Гуси-гуси, законтрольте соло. Крутователя поднять. Переводим бот. Бетик, дай геру, чтобы успели, наверняка. Сэндрикс первый будет танчить. Контроль через 6 секунд, милики от босса отошли, а у Ешки стопнули. Уже выбежали. Приготовились совы определенно. Духов не ловим. Людей не убиваем, служи, выводим босса. Духи появились. Милизону один идет. Я он огромный. Spirits. Возле милизоны появился один, идет на хила какого-то. На скиби, по-моему. Ты стрим смотришь? Spirits. Нет. Память бил. В милизоне. Дени Бенаси, Дима, блять. Ты в хэмке так ложить нас будешь. Spirits. Милизону идет, милики. Эмобоя законтрольте, совы. Смотрите босса к эмобою, не подводите и не убейте его. Со страховами аккуратно. Возле милизоны дух один. Один за магом появился. Служи выбежали. Один. Все нормально. Один милизон, он по идее не дойдет. Spirits. Один возле милизоны идет в ШП. Войд, красавчик. И бета-тестер красавчик. Вдвоем словили. Spirits. В милизону идет. Нет, в пепелка, по-моему. Или рядом. Spirits. Ты не в силах противиться моей воле. Spirits. Вот за милизоны дух миликов идет. Там. Выпал Женя осколок? Да, я забрал уже. Ну, давай вот так и будем туда делать. Забираешь? Нет. Ребят. А сколько у тебя уже осколков? 37. 37? Да. Также прям такое правило. Интересно, куда квест сегодня? На великана. Бля, серьезно, Женя. Ну, у меня ночь поднимается до 42. Ой, до 42. Пойдем, пока вы свежие, сразу на синдру. Как били?
Можете пока поискать про покупателя на кровь, если кто выбивает. 10% пацана доверяет. Все, что найдет. Так, Дима, ну тебя поставлю перед сурком рыбу. Наденьте все джетпаки. Сэнджикс на том корабле, трусователь на этом. На нашем корабле также останется Альделит. И Макс, и развалят трет. И беги, сатуны, пуфи-пуфи, точно перелетают. Готовность на пол, там минимальный ребаф по бензину, минимальный ребаф по бензину, дайте. На следующий корабль перелетает. Будем до конца бить. Все, запускаю босса. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Видите? Что это там вдалеке? Да, сейчас кто допрыгается, может минус получить. Давайте. Улетел. О, красота. Я полетел. Давай, давай. Перелетели. Сейчас будем до конца стоять. Оружейных стаков возле Мурадина, который там 10%. Блять. Кстати, когда он стаков наберет, там 25-30. Не жалей прожимки, хватает у нас 2 хп. Один пушки, правда. Но если все выйдет, может, кроме минут. Я с тринкой на армор еще, так что нормально. Упал и выстрелил, говорил. Ступать на мой корабль! Сейчас ты умрешь! Оружейники! Огонь! О, сливай, через лысый, и вы скажете, когда закончится, по очереди распределим. Так, у меня еще много всего, нормально. Ну, не буду скажешь, когда закончится. Это тонко было. Пусть про наговку не забывай, то 20% здоровья. Four, three, two, one.
и готовь зубы по сэндвичу, выбрала, закинешь через 3 секунды. Закидывай. Делал зубы. Он сверху есть. Никто не открывает. Пока претенды это не поднимут, если вы не долетите. Рыбу, если что поставил, сразу кушайте, идите рыбу, рибав дайте по претенду, то там. Сейчас вздыхал. Рейсните претенду. Я сам зайду до ТПшницы. Ну, либо так. Претенду, давай быстрее. Заходи. Телепортируйся сразу, открывай. Ну. Подвиги там долго. Вы положение? Нет. Будьте начеку, Эд только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя понятия и во славу короля Лича. Дайте побей небинащий кулак. Там уже прыгнул в ВД. Я не прыгал туда. Ты прыгал? Чего? Нет. Так. Я же сказал. Можешь тестер, можешь. Хао, можешь, и ты прыгнуть на этого босса. У вас 30 секунд есть. На 30 секунд более чем достаточно, потому что иннер закинем быстро. Поэтому прыгайте, если хотите. Я русского, давай. Сосунка, чё ты не в хе, не в ДД? Я не хочу в ретрике играть. Так, пиво одел, не хочешь играть, это нечестно. Давай, мне нравится он. Иди бей, ничего не знаю. А что, ребят, девчонка делает вас? Молодец. Ты никогда не видишь.
Олег, дай по Лаксару ПС. Я боюсь, что ты сломал вот тот застал. Это заклинание. Мы похороним тебя, как... Бафы сейчас исчезли, да? На гранде, рядом с матерью и предками. Сейчас бафы исчезли или до этого уже? Сейчас босс выйдет в конце боя. Баф слетает. ДПС линка не чистит. На синдро. Не. Чулка квест. Пока на синдру идем, можете поискать покупателя на кровь. Ну сколько найдете? День? Чё там? Я ревок сделаю. Линканите кто-то ДПС, блядь, рейд-чат. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьем... Чё-то уменьшился, да, ДПС? Чё за хуйня? 5 килов было. Один вылетел, соответственно, бой дальше шел. А там это, там Лера играла за своего персонажа или кто-то другой, там Юра играл за него. А ты что, в меня не веришь? Лера, я хотел просто узнать, что ты не ты скажешь, на самом деле, извини, я проверить так. Она прошла подготовку. Я не знаю, просто, да, нет, мне было приятно видеть, слушай, на самом деле. Всех перегнала, блядь, даже Сашку перегнала, блядь, смогу. Меня отлагивал пиздец, на самом деле. А? Жарко дома, говорю, лагает. Троху. Я вообще, бля, хитрый так не могу, у меня, бля, куматонит. Открыть окна, ну, открыл, конечно, все равно жара, лютая. Да, да. Комбы греет. Да. Не, ну, Лера в любом случае модис. Где танки? Трусователь. Давай, иди танчи, потихонечку тяни.
Давай по правой стороне. Если что, эта баба уешит, по ней играйте. Всех остальных по моду типа дальше сразу. Берите там. Гим только начал касать, мне бан дали, блин. Играйте, она уехала. Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Черепу играть. Прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Забегайте только. Да, под зал, пока не убьем всех мобов. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я отвлеку ее на себя. И сама тоже пропала, если что, прыгнуть потом после этого босса. Стоять, хилить просто. Ее в скибе не улетела. Он в начале там стоит. Вы первое копье вообще про что увидели? Я не буду говорить, кто его убил. Просто хуярил целенаправленно, да? Достань кто-нибудь черепашку. Или что там у вас? Что за питон, ебать, перв какой-то. Тубаза? Твой?
Твоя зверушка? Да сдохнем тебя, Багнула с копьё, которое убили. Поставь шкаф базы с Моним. Или резь. А его рез. Рыбу туда перед щедрой уже поставлю. Ну, хантик какой-нибудь. Достань черепашку. Саш, о, тебе достали червяка, то же самое, Саш. Червяк тоже? С тем же? Да, пиванием? Червяк, прыгуана. Ну, у червяка 10% брони. Нормально, то же самое. Давайте. Все, я краба, на краба поставил метку. Через краба. Только он не дамажит у меня нихера. Сенджик справа танчит, тусователь слева, полетели. Поставишь туда крабика. Я, кстати, не знал, что червь тоже. Он должен давать минус 20%, почему ты уже можешь здесь? Подавление вышло. Юрик, на Синдрув в дружку прыгнул. Ты не говоришь, что у тебя кнопка дома? Пожалуйста. Юрик. Справа огненный. Справа выше. Кусяло, Юра, тут? Давление уже. А меня слышно сейчас? Да. Сейчас, да. А я трендю, сказываю. Шмотки не с собой? Бой с собой. Ой. Ну, посох этот, не чар, я забываю. Ты хочешь из хилов, Саш, Синдрагос? Слева огня. А как это было? ДПС у нас до хера. Убили спокойно, да пошли. Сардру прям топовый сделал на Синдру. Санька, когда скажешь поездку закинуть сосуны, закинешь по сосуны. Пусть и будет, когда он скажет. Ну, гривны нет сегодня. Ну, жалко, что нету. Свечку слева. Свечка, да, слева, вы смотрите обратно. Пошли, пошли, бить. Следующий кос на пулю выйти. Для какая печенька? Третья, четвертая, вторая. Suppressors spawn. Нужна? Третья. Огни не справа. У меня вторая вроде. Огни не справа. Чуть две печеньки. Берегите. Зачем шокол кажется? Шокол нейтрализующий удар. Уроги. Фир просто. Да. Женя полностью без маны. Притянут в руки не наркоскидим. И Юрик тоже закинул. Там вы найдете спасение, герой. Чё, дохиливай чего? Геру там даем вам, нет.
suppressors spawned. Почему молчите? Объявление убейте. Давай Гер, хотя, да, откатится сейчас. 90%. Надо было раньше просить, ведь как раз или еще Гер. Извините, что у них так стак выйдет. Выпал, Женя? Нет. Две шмотки сразу не надо спулить. Может, кому надо это дерьмо. Так, все кроме Акиши здесь. Какие центры? Не, мобой. Смотрите, не спешите бить, пока не танки не забрали агро. Если забавшай этот круг не убегайте, то псвати, нажми массой. Че, на пулов нету, танков нету, да? Бейте, бейте. Не убегайте далеко, а то второй раз Вен запустить сможет. Молодец, бейте. Видите, он там слева два, набивайте. Возвращай потихоньку в центр. Да. Thank you.
Рейсник вам поводим. Подсыватель мобов умеешь бегать собирать? Могу я, давай выбегу, собираю, не просто. Можно я пособираю? Давай, давай. Подождите, не убегайте пока. Это непонятно, почему ворота не открываются. А хотя иду сразу в Долоран полечу. Да, мне надо спехнуться в Долоране, встретить спеха. Понял. Ну давай, давай, лети уже в Долоран. Себя убьем. Этих драконов лети. Все, на пул и тогда этого Сенджикса прожмешься. Сенджик трусователь нажмешь массок. Этот массейв. И Хау тоже нажмет массейв для него. Сенджикс вообще все какие сейвы давай. Физовые. Тринки две штуки. Одну точнее. Кровь. Жестко. Все. Сейчас подведет трусователь, нажмешь как мост стоит по нему. На полу Сенджикса отдали. Отстаньте. Зубы, зубы в него тоже можно закинуть. Гуси, гуси. Лови с меня оба, не считаю этих двух. Плачем. Босса что-то не танчил. Плачем. Смотри, тебе на второй фазе нужно будет бегать на место танка. Просто таунтить босса. Таунтишь босса и стоишь там. Под каждое дыхание прожимаешься. Потом танк идет скидывает стакни. Стаки, которые ты обычно скидываешь за глыбой. Именно вот эти стаки скидываешь. Там по 5-6 их будет набираться. В худшем случае там больше чуть-чуть будет. Скинул стаки, он придет, тебя заменит сразу. Следишь просто за этим моментом. Пришел, заменил тебя, ты пошел скидывать стаки. Скинул стаки. Пол заменил танк. И все, и так меняйтесь по очереди, бегайте, меняя друг друга. Понятно? Только нужно будет зайти в него прямо и через него затаунтить. Чтобы босс не двигался. Что на скольки? Стаках? Да чем раньше, тем лучше. Чем больше будет получаться. Одна глыба упала, пошел. Его сменил. Там ничего не считаешь. Скинул с себя стаки, пошел менять. Скинул с себя стаки, пошел менять. Вот и все. Не можешь вообще не читать, то есть следи именно за своими стаками, как этот, подошел человек тебя заменить, сразу убегай, скидывай стаки, кинул стаки, пошел сразу же менять, ничего не надо ждать, просто чем быстрее ты это делаешь, тем легче хилить его, чем меньше вот стаков будет иметь. Ну так сбегай за глыбу, и все, следи за этим. И прожимки не жалей под дыхание. Да ничего сложного нет. Тем более
Вредный. Не знаю, клыки просто каждые, когда сыпятся. Всем клинкам поубивали. Зайдите, сбегите, сейчас прохильте. Тусователь массейф нажми. Чё не хилите? Хилы слабые. Уберите тотемы, петов. Давайте ставьте шкаф, засмоним кусяо. Начинаем. В принципе, все здесь с нами били, кроме той, но мы бьем через... Бля, сейчас. Вот, хорошо. У кого иду за сапротами, у кого закончились фласки, и кто в тебе не уверен, по-любому выпить сапрот. Так как много не набираем, на первой фазе три метки. Крест, квадрат и луна. По два человека в одну метку, один человек. Белобороды, через тебя. Короче, это самое... Просто так... Ну давай, давай, говори. Я беру сапроты, блядь, кидают обмен просто. Не спешите кидать обмен, дайте им взять. Короче, этот Белобородыч, тебя, когда 5 глыб кидается, каждого человека зачитывать. Просто так не кидай, когда синдра поднимается вверх. На первой фазе по 2 человека, крест, квадрат и луна. На второй фазе трусы и ромбик. Сейчас ставлю рыбу. Шкаф чего-нибудь ставить. Кидайте кому надо. Бэтик. Тут кусял. Все, наверное, взяли уже. Буду тестить рейвкар. Что-то Саня тут. Он что-то писал. Так, такие да, СС закинешь по прусователю, пипилок по Сенджексу, МБой. Давай попусти гуси. Готовность на пол. Джеймс, трусователь. Ну, Джеймс. Полетели. Давай, Сэндикс, иди гуляй. На первые глыбы пацаны массей, на вторые хау. Трипоты нажали. Под левой лапкой ее далеко от босса не стоит этого особенного время притяжки. На 85% первая притяжка, через 5% приготовились, скоро будет 3%, 2 тусовать нагнать мастерей, нажми тусовать на всякий случай, мало ли кто не будет. Создаем по 2 человека. Крест, квадрат, луна. Просто так гуси-гуси не читуй. Вот этих 5 человек главное зачитуй. Бласт, такие это трусователь, шнурки. Все остальные наверх. Все хорошо. До 20% глыбы подбиваем за центральной, падает ровно по центру. Падает чуть-чуть левее центральной, тоже надо бежать немножко. Хау, аккуратно. Так, где, где? Кто видит? Слева. Слева, слева. Не видел, я не видел. За центральной. Пацан. Это последняя. Сенджик среди ловей, разбили губы. РДшники все подбивайте, которые милики, можете в босс прикинуть. Под левой лапкой. Yeah.
На второй фазе первую метку в ромбе, вторую трусы. Трусы во фрейм босса не ставите, ставите параллельно животу. Вторую не разбиваете. 10 секунд притяжка, не по таймеру. Джани. Пал, ты сейчас массу крот даешь на именно глыбы. Что можешь не читовать никого для оборота, кроме там. Зачитуй. Никого метки кинулся. По два человека. Сацуна, Джеймс, изморский трусователь, шнурки. Все остальные наверх. Нажми хаум, надо, шо? За левой падает, за правой точнее падает. Прятались. За центральной, ровно по центру. Чуть правее центральной, далеко. И последняя, Сэнджин готов все выходить. Слева, за левой, надо прятаться. Разбивайте глыбы. Будем переводить, скорее всего. Если на вторую фазу переводим, РДшники и хилы подрать остались. Ну, это будет по супертяжке. Притяжка через 20. 10% фазы. Да, может быть, это притяжка. Так, стопните немножко по боссу, пусть притянет вначале, спокойно, чтобы добагаются таймеры. Беги, малыш, после притяжки беги. Все убежали, и трусователь нажми массейк. Пусть АБР по войду. Переводите босса. Ребафните войда. Первую метку в ромбе. Фу, ребаф по войду. Возле ромбика рядом не стоим. Такеда в ромбик. Иди меняй трусователь. Во. Разбили милики по Хритакеду. Следующую метку в трусы, в трусах не разбиваем. Милики можете сразу в РДД убегать. Скибиди побежал в трусы, по трусам зубы. По скибиди зубы точнее. И Сацуна массейв нажму. Трусователь на пол поднимите. 20%. Чуть-чуть левее отбегите, он неровный глыбу поставил. Отбежали. Не разбиваем, не разбиваем, не разбейте. Убегай, трусовательский двойстак. Пуси-гуси побежал ромбик, пуси-гуси ромбик. Отбежали от... Пуси-гуси старта. Отбежал Геру, дайте, милики, идите, разбивайте пуси-гуси. Следующую в трусы. Разбиваем в трусах и добиваем босса. Миллион в трусы, от трусов отбежали, хау нажми массейв. Разбивайте меня, все, все остальные метки куда угодно выносите. Разбивайте босса. Претенды дай иннер по Сацуне, трусователя поднимите. Сэнджик, нажми массейв, босс вынеси куда угодно, нет. Внутри не приморочь. Так, через 12 секунд притяжка, поэтому надо добивать босса. Сэнджикс, выбеги куда-нибудь, трусователь, если есть сейф, нажми, со струной тоже не снимите. Осколок попал? Нет, нет. Убежали дальше, на парафа. Все, я в сову, правильно? Да, да, кросс кто-то нашел. Покупатель. А что, минусы не будет, что не пойму, за это босса убежали? У нас люди падали. Кому минус? Претендент умирал. По-моему, не претендент, кто умирал. Войт умирал, блять, вот. Кто умирал? А кто еще умирал? Не помню. По-моему, Войт какой-то был. А, Такеда.
Такеда его. Значит, только... ты... Суак минус 250 и с буревестником минус 200. Ну, на врага. Пьем. Будешь на боссе? А, видишь, школа в боссе. И не вот его не убили. Активно видно. Не знаю, будет взломан, не как получится. У меня последняя неделя прям загруженная будет, следующая фильма, но это последняя неделя, а дальше как бы будет намного свободнее. Ну, essentially, будет из собак. Я сразу не запомните, отбегите назад, чтоб... Блин, ну, пизда. Готовьтесь стилить, Слава готов, Дим. Сбегитесь-ка. Какую собаку бьем? Вначале убейте следователя. Бьем вонючку. Нажми Sense Must Save. Жми гимн, Слава. Следующая Dash Sense Must Save и Хао. И нажмешь куси-куси. Гимн. Под следующий каст. Вонючки именно. Давай, отдавайте сейвы. Sense. Гимн. Что-то мы ходим. Тяжелыми, что ли, стали? Дима, потом иди разминируй изначально влево, потом вправо. Кровь никто не нашел? Покупательно. Кто-нибудь хочет заработать, но продать покупать. 2 минуты пока идем с ним. Прелесть.
Ладно, раз никто не нашелся. Давайте в кавер самоним на мобой, опять только. Первый будет танчить Сенджикс. На сейвы дадите, так скажу. Вначале все сбежались, потом разбежимся. Когда тоже скажу. Рыбу поставил. Ставь кеды или пивок в шкаф, засумоним его, если... Примет, то примет, не примет, то не примет. По крови написали, погоди. Шкаф написал, где? Какую цену писать за штуку? Сколько подставишь? Тем больше, тем больше ты заработаешь. Ох, не один человек, которому с босса ничего не надо, персонажа. Любой. Только допишите, кто будет. Да, Киса, давай. А помощника сами добираю его. Скажи, что 50%. Все ладно. Выпадет просто, отдаст 5 денег и части. На... Добираю его. Сейчас он пока молчит. Время не терять. Я тихо разговариваю. Дайте бафы по локу. Пристава лапу. Сёма, ну что он там? Да молчит пока, я ему цену сказал. Всё, Ахиса, заходи тогда, блядь. Значит, он игнорите. Заходи, Ахиса, и будем начинать. Всё. Блядь, опять бафы пропали. Что за хуйня? У меня или у Войда кидай обмен. Без ПДшных фласками. ВДшная у Сацуна. Все, на пул Сэндвикса. Смотрите, заутайте два дебафа вам. Шнурки Такеда. А шо тебе? Кеда, Паша, тут. Припоты на первой секунде, Геру оставим на гнилого. Стоим все под зопкой. Антишки потом подбегут, на ком кидаются споры, прям в него заходите, в босса. Чтобы танком два стака дать. Сейвы отдали Сенджикс и этот. Ну, все можете треднуть. Подождите, пусть прохилит ничего. Все, разбегайтесь, РДДшник. Не держите раньше между собой, чтобы не заблевывать друг друга. Двигаться больше не нужно.
ФС-ку не закидывал, пусть и гуси скинет меня. Блин. Закидывал, как закидывал. Ну, поем вообще. Кому нужна, если я не скидываю лут, если выпал осколок. Уступит кто я гниломорда? Хиллы. Да думаю, уступит чем. Зависло? Все зависло. Да. Скрин, Женя, сделай. Сейчас осколок выпал и... А? Забрал. Не знаю, только откатит или нет. Блять, лут хочу перекинуть и не хочет. Сделай скрин лута. Я не успел, не отменилось оно. А, не, я могу это запись экрана сделать. Ну сейчас посмотрим. Взял, если что. Напишись, там ботинки выпали, по-любому надо на лут. Если, короче, босса откатит, то похуй. Если не откатит, то выложит.